8 ноября в России отмечают День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В Иванове коллеги, родные и близкие возложили цветы к мемориалу в сквере МВД. На табличках высечены имена стражей порядка, кто отдал жизнь, защищая закон и граждан своей страны. Летопись ведут с 20-х годов прошлого столетия. И, к счастью, в последнее время список не пополнялся. Наибольшие потери среди сотрудников МВД приходятся на период чеченской кампании. Когда наши сотрудники ОМОН, СОБР, те, которые сегодня уже перешли в Росгвардию, но не только эти сотрудники гибли, защищая конституционный порядок на территории Чеченской Республики. Конечно, на этот период пришлось наибольшее количество погибших наших ребят, к сожалению. Близким сложно сдержать слезы, даже если с момента трагедии прошел не год и не два. Александр Шабышев и Роман Цветков погибли в марте 2007-го. Сотрудники госавтоинспекции сопровождали колонну из 14 автобусов. Активисты молодежного движения направлялись на акцию в Москву. Автомобиль инспекторов лоб в лоб столкнулся с иномаркой. Каждый год матери полицейских приходят на акцию памяти. Уже 10 лет нет. Каждый год мы собираемся здесь, вот возлагаем цветы, ну, потом идем в церковь. И получается, что нас приглашают каждый год на возложение цветов в их памяти. Кого-то муж, кого-то кто. А у нас вот с этой вот Светковой Тамарой, у нас они погибли, в одной машине погибли. Сейчас на учете в региональном МВД 48 семей, чьи близкие погибли при исполнении служебного долга. Управление оказывает им социальную поддержку, проводит памятные мероприятия. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.